Так, всем привет, дорогие подписчики, друзья и гости канала. Сегодня я буду менять масло на автомобиле Renault Logan Stepway. Пришла пора, как говорится, год прошел, хоть и маленький пробег. У дилера загнули цену в 10-15 тысяч рублей за замену масла. Ну, так как, кажется, у них ТО называется. Я буду менять сам. Купил все элементы для этого, фильтр масляный, само масло не стал выдумывать, купил какое положено. По поводу двигателя, двигатель здесь стоит H4M Nissan, вот, 113 лошадиных сил. Пробег в машине маленький, чуть больше 3000. Но тем не менее пора менять. Фильтр воздушный я покупать не стал. Здесь он очень свежий. Здесь стоит. То есть он по сути он там вообще это чистенький. Единственное, что меня смутило, что здесь уровень жидкости хлорзаки получается меньше минимума. Вот, сейчас лучше видно. Получше. То есть получается уровень минимум вообще получается ниже минимума. Вот, ну так говорится, мне буду делать так называемое ТО. Все посмотрю, что есть. По факту здесь, что менять, что не менять. Хотя тут машина новая, я думаю, мало что менять. Сейчас дали сюда единственное, что антифриза. Вот. Собственно говоря. И масло. Масло, кстати говоря, здесь залито неизвестно какое. Тут звонил дилеру, дилер мне тоже ничего не сказал. Масло какое-то вообще как вода. Так что лучше поменять. Также залим сюда умывальнички новый. В общем, полезли под машину. Снимаю защиту. Так, решила, чтобы не махаться, залезть в ямку. Снять получше. Сейчас я докручу вот этот вот болтик один. Точнее, гаечка там, не болтик, вру. Здесь второй. Ну, может быть, посмотрю, может быть, еще эти откручу. Как она будет мешать, не мешать, чтобы не испачкать. Хотя, в принципе, не страшно это все. Нам понадобится для этого ключик на 10. Болтов крутится достаточно легко. Это походу болт. Не гайка. Так, один есть. Здесь потяжелее идет. Короче, получается, опустила защиту. Вот. Беру головку на 15. Я уже чуть-чуть ее подсорвал. Вот. И сейчас буду снимать, откручивать. Полилось масло. Так,
У нас такая хода вообще. Вообще вот так, что ж там было за это, интересно, что ж там люди на заводе. Говорят, что эльф. Ну, не знаю. Какой ты странный эльф. Сейчас, короче, у меня был косячок, рука у меня соскользнула. И это... Полилось, короче, мимо. Ну, такое масло. Ну, вообще вода. Я не знаю... Та же самая Петрокнада, так и не может быть. Сейчас пускай сливается, в общем. Там крышка вверху открылась сразу же, когда менял масло. Сейчас подсольется. Будем смотреть. Масло какое-то не очень, короче, мне нравится вообще. Не знаю. Вода вообще. Просто вода. Что люд в заводе, я вообще не понимаю. Что я поменял масло. Снимаем фильтр. Он расположен. А вот тут он виден, в принципе, вот здесь прямо вон, в самом низу там. Кручим фильтр, получается. И ждем, пока еще подсольется чуть-чуть. Берем съемник, лезем вниз. Полностью снять защиту. Потому что ни хрена он не идет. Этот, получается, съемный. Не подходит. Большой. Будешь что-то мутить, мудрить. Съемником отвертка. Вот так вот. Nissan. Вот слил масло. Почти 5 литров. Там где-то, может, грамм 500, наверное, разлилось у меня в ебемке. Как вода. Стружки много. Дальше берем фильтр. Смазываем его резиночку. Кто-то заливает. Вот фильтр, получается, потрепал мне нервишки. Вот. Пришлось его отверткой пробивать и... Ну, сильно никогда я кручу вот так вот от руки. Раз-раз. И мимо. Опа! Так-с. Закрутили. Теперь далее мы что делаем? Перемещаемся в пробочку, закручиваем. Кстати, это неплохой набор. Несколько лет им. Лет 8, наверное, кручу. Ну вот, ну вот, название. Так. Тоже сильно нельзя. Все. Закрутили. Теперь идем. Заливаем масло. Сначала зальем полную канистру. 4 литра.
Так, залили масло. Сейчас померяем щупом. Заведу машинку для проверки. Вроде нигде ничего не течет. Угу. Так, заглушим. Поменял. Масла поменял. Воздушный. Не сломняет то, что он чистый вообще абсолютно. И вот сейчас долью антифриз сюда чуть-чуть. И все, собственно говоря. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Кстати, пишите комментарии, у кого на Логане какое залито масло, именно на H4M двигателе. Очень интересно. Данной темы очень мало в интернете. Всем до свидания. Берегите себя и не болейте.